Так мы выглядели 2 миллиона лет назад, если верить Дарвину. Эволюция продолжается, считают антропологи, и куда она вырулит, никто точно не знает. Например, за последние 500 лет у нас изменилась форма черепа. Череп человека становится, как бы несколько короче и круглее в целом. То есть, если ископаемые предки человека, у них череп низкий и вытянутый в длину, то у современного человека череп становится более округлый. А что с нами будет еще через 500 лет? Ученые говорят, ничего существенно не изменится. Очевидно, люди будущего будут несколько выше, чем люди современные. Возможно, они будут более смуглые, более темноволосые. Но есть и другое мнение. Из-за сидячей работы изменится скелет человека. Мы станем ниже и превратимся вот в таких карликов. С 3 длинными пальцами, чтобы было удобно нажимать на кнопки. А вот если случится планетарная катастрофа, тогда придется под новый климат подстраиваться. Чтобы выдержать контакт с загрязняющими веществами в атмосфере, глаза станут меньше. Нос увеличится, чтобы лучше очищать воздух. Волосы исчезнут за ненадобностью. Уши тоже вырастут и будут защищать от шумового загрязнения. А футурологи убеждены, мы будем выглядеть так, как захотим, и никакая грязная атмосфера на это не повлияет. Через 500 лет мы не будем выглядеть, скорее всего, никак, потому что человека в обычной, привычной форме, физической, вот как мы сейчас существуем, не останется. Киборги и генномодифицированные люди. Любая форма, цвет и размер. Все будет зависеть от фантазии. Получать удовольствие и наслаждаться любой формой, которая там у нас возникла. То есть, пойдите там в кубик какой-то, который вот поставили в угол, нам хорошо. Превратили в шарик, который там прыгает, скачет, нам тоже хорошо. Дали крылья этому шарику, он полетел куда-то, тоже хорошо. Причем случится это не через 500 лет, а через 50, уверены футурологи. Поживем, увидим. Равиль Мингалеев, Карина Макарян, Дмитрий Стародубский, Первый канал.